крайне. Вы крайне? Да. Все, у меня ребенка украли. Да вон ваша коляска. Это не моя, это чужая. Коляска. Ребенка. Да вы не волнуйтесь, успокойтесь. Сейчас. Что ты бездельничаешь? На что ты надеешься вообще? Все нормально. Ой, спасибо. Этот ребенок это какое-то мое унижение. Я просто тупею от страха за него. Из-за этой постоянной усталости. Родился, у него ручка вот так была к телу, какой-то кретин сказал, что это навсегда. Я слишком дисциплинированная мать, ты знаешь, все крахмалю, глажу с двух сторон, кипячу, взвешиваю на грамм. Я даже радости никакой не получаю от ребенка. Все, убила эта дисциплина. Бери. Что ты бездельничаешь? Ты ж потом локти будешь кусать. Если такое наступит, я как Буриданов осел. Не буду знать, какой кусить. Тогда точно не знал, чего хочу. Может, это болезнь такая? Может, мне тоже на все махнуть рукой и все бросить? Ты же ведь бросила? Все вы дураки. Ничего я не бросала. Я, кажется, начала заниматься тем, чем хотела всю жизнь. Правда, на очень низком уровне, но мне на это сейчас наплевать. Я сейчас о себе не думаю. По крайней мере, стараюсь не думать. Ой, все время хочу к вам на гору. Но я же звал тебя. А время где? Вон. Я ее вижу, гору. И дорогу вижу. Там чистые снега и много-много таких маленьких карликовых деревьев. Ада рассказывала. Я вижу. Может, потому что часто думаю об этом. Да, куда мы идем? Я не знаю, куда ты идешь, а я везу его на смотрины. Высокое общество тети Любы будет сегодня смотреть на моего сына. А ты иди домой. Нет. Я не отношу себя к людям, которые не нашли места в жизни. У меня были минуты счастья. Были. У меня были такие минуты, когда я работала с одним человеком и балдела от счастья. Thank you.
кого тут наши лица, голоса, и сколько нас было. Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир настанут на земле и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет так радостно, так весело, и кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать. Надоело работать. Надоело работать. Надоело. Дайте скорее поймать! Простынешь, ночь холодная. Да ничего, я быстро обернусь. Ну, до свидания. Есть еще время. Ну, уже пора. Давайте помогу. Чемодан, чемодан возьмите. Диктатор может создать коллектив средних людей. Людей, которые станут продолжением его мозгов. Если находятся люди, способные мыслить независимо, они будут мыслить.
Знаете, представляешь, он понимает меня. Знаешь, ему все важно и нужно. Вчера встретила Люба Брайновскую. Она мне говорит, почему ты не идешь на работу? Я говорю, Люба, ты вышла за сверстника. И весь наш курс вышел за сверстника. Но я-то вышла замуж. Понимаешь, замуж. Люба стала читать мне лекции о рубашках, галстуках и прочем. Я говорю, Люба, милая моя, ты делаешь то же самое. Моешь, стираешь, готовишь, еще ходишь на работу. На работу. А что ты получаешь? Говоря высокопарным слогом, я приношу не меньшую пользу обществу, освобождая его от рутины. Ну ладно, спасибо, что проводила. Ты очень изменилась после Ленинграда. Куда ты спешишь? Да я устаю, Мить. Про Ленинград уже забыла. Так быстро? Прошло полгода, кажется, 100 лет. Ну, по-моему, поговорили обо всем. Передавай привет Званцеву. Обязательно. Он, кажется, купил дачу. Обыкновенный деревенский дом. Хватает ли там в университете мощностей для твоей аппаратуры? Более чем. Но в университете всего хватает. Да. Сделала новую установку, дали помощника. Спасибо великому Райснесу. Иногда думаю, как хорошо, что меня кольцевая выгнала. Как своевременно уволила. Спасибо великому Райснесу. Помощь нужна? Нет, спасибо, Исхат помогает. Как у тебя дела с Лидой? Никак. Надо что-то решить. Ты не должен ее предавать так или так. А мы ни о чем не договаривались. Нет, я бы не спрашивала, Митя, но мне кажется, что ты ведешь себя как слабовольный человек. Я просто хотела сказать, что... Что? Не надо меня встречать и провожать меня больше не надо. Я к тебе очень хорошо отношусь, Митя, но мне кажется, что во всех этих встречаниях есть какая-то фальшь. Тебе не кажется? И про Лиду я спросила, потому что у меня какое-то странное чувство ответственности за тебя. Мне кажется, что если с тобой случится что-то нехорошее, я буду виновата, понимаешь? Ладно, пиши. Вообще пора научиться принимать решения, Митя. Тебе нужно защищаться, Митя. Я думаю. Да не думать нужно, а делать. Но осложнений не будет. У меня будет нормальная рядовая работа. Да у тебя не может быть рядовой работы. У тебя хорошая голова, Митя. Надо только начать, надо делать что-то. Кстати, я просматривала тут планы издательства и заказала тебе 3-томный справочник по статистике переводной. Спасибо. Когда у тебя защита? Ой, никто не знает. Да, чуть не забыл. Что? Пришло 3 письма на твое имя. Из Риги, из Перми, из Томска. Магнитологи пишут. Завтра придешь? Конечно. Митя все время маленький спрашивает про тебя. В субботу я заберу его на весь день. Спасибо. Thank you.
вот, где есть невежество и жажда знаний, там, может быть, и начинается настоящая наука. Я однажды записал эту мысль на ресторанной салфетке, когда было впервые влюблен в мою жену Аду Владимировну Трегубович. Угу. Я был влюблен в нее трижды. И вот сегодня, когда она меня приволокла на эту защиту, я вновь увидел чудо. Ваша дочь – чудо. Простите, пожалуйста, что там? Устал жить один. Я понимаю. Ты правильно сделал, Сергей, что я вернул Зою. Тебя тут разыскивали. Мама? С ней целая делегация. Мама беспокоится об Анките. Ты меня извини, я тебя не поздравляю. Потому что это все чепуха. Да, конечно. Человек формально отстаивает нечто, потому что всегда он или впереди, или позади своей работы. Так что подумай о нашем предложении. Да, я подумаю. А как это будет называться? Пока не знаю. Ну, скажем, геобиофизическая лаборатория. 3-4 человека. Придумаем, как назвать. Мы не очень верим в твои идеи, но все считают, что есть резон попробовать. Это официальное приглашение. Мы тебя приглашаем. Ну, а остальное дело организации. Где ты была? Где? Через час-полтора пожалуют гости. Ты что хочешь, оставить людей голодными? Ой, Настенька, Соня, милая. Очень рада. Спасибо. Давно как вас не видела. Поздравляю. Спасибо. Тетя Машенька, спасибо, дорогая, что приехали. Надюшенька, солнышко, как я могла не приехать? Ты наш первый кандидат в семье. Ну, да. Ну, Надька, я тебя поздравляю. Молодец. Молодец. Наша порода, наша. Молодец, Гриша. 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 Голубчик ты мой. Ну, Татьяна нервничает. Ну, идем. Гриша. Не оторвешься так. Гриша. Гриша. Поздравляю. Позвольте вас поздравить. Ой, не надо. А кто вы такой? Журналист. Поэт. Публицист, в прошлом повар из Кишинева. Любимое занятие – готовить щи и котлеты. Когда готовлю, только тогда и кажется, что занимаюсь творчеством. Одним словом, муж Ады Владимировны, которая только что ушла. Бывший муж. Ада мне сказала, что вы жили в одной квартире и были друзьями. Здравствуйте. Здравствуйте. Исхат, иди сюда. Знакомься с мужем Ады. Поздравления мы можем принимать только вдвоем. Это мой помощник и отчасти ученик. Он раньше занимался ионосферой, но теперь он будет работать со мной. Я сегодня уловил, что вас интересуют некие таинственные поля, которыми вы будете заниматься как одержимое в ближайшие 30-40 лет.
Я хочу сказать, что вы мне чертовски понравились. И я буду за вами увиваться. Правда? Да непременно. Тогда сядем. Говорите. Надя! Надя! Мама, ты не успеешь переодеться? Говорите, Николай Тергубович, как можно больше говорить. Я вам нравлюсь? Начинаете нравиться. Мы же все дикари. Никак не можем избавиться от варварской почтительности перед любым типом, который там что-то открыл в науке. К черту почтительность. Если мы этого не поймем, не будет же равенства. Сколько бездарности работает в науке. Цифровых данных нет, но не меньше, чем в искусстве. Процентное отношение, я полагаю. Но это уже другой вопрос. Так что к черту почтительность, к черту технократов, у которых нет сердца. Не вижу никакого нимба над вашей головой. Вы для меня женщина. Прекрасная женщина. Ну и только. Вы не шутите? Нисколько. Ай, какой вы молодец. Я по призванию бабник. Впрочем, безобидный. Как утверждает моя Ада, я бабник-разговорник. Моя жена, мадам Трегубович, когда-то купила меня своей одержимостью. Только этим и держит. Я всегда был мужчина первого сорта. Меня любили лучшие женщины этой небольшой страны. Я и сейчас мужчина первого сорта. А это точно, что вы бабник? Бесспорно. Увезите меня куда-нибудь. Договорились. Тогда подождите, я сейчас. Но я сейчас не могу. Почему? Почему не можете? Я только что помирился с Адой. Такое в нашей жизни нечасто. Угу. И я должен с этим считаться. Ее всегда тянуло то на Чукотку, то в Якутск, то в Иркутск. А мне невозможно без Москвы. Я с утра должен позвонить в литературку, в Известие, в Вечерку, побывать на премьерах. Так что при самой сильной любви я не могу жить в Иркутске. Я увезу вас попозже. Нет, мне нужно было сегодня. Не выйдет, Николай Трегубович, вы такой же, как все. Вы меня испугались. Дайте мне время. Не дам. Прощайте. Идем из хаты. Но мы еще увидимся с вами. И обязательно. Пригласил тебя сотрудничать. Мне уже 32. Какой дурацкий день. Все счастливы, я сама начинаю глупеть от этого торжества. Я понимаю, тебе надо. Я хочу. Отстань, Исхат, отстань, пожалуйста. Хотел бы ты работать в био? Нет, в геобио, физической лаборатории. Еще не вечер, Исхат, еще не вечер. Согласен? Если согласен, я беру тебя в штат.